Любители активного отдыха теперь могут покататься на коньках под открытым небом. У Лидского дворца культуры свою работу начал ледовый каток. Для его гостей здесь разместились палатки со снаряжением, шкафчиками для хранения личных вещей. Площадь катка составляет 40 на 20 метров. Толщина льда около 8 сантиметров. Кататься здесь можно как на своих коньках, так и брать их из проката. Первыми, кто опробовал на себе новый лед, стали воспитанники Лидской детской юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой. Они продемонстрировали мастерство катания на коньках в день открытия третьего сезона работы катка под открытым небом. Сегодня в рамках акции «Наши дети» мы начинаем наш третий сезон. Мы благодарим всех организаторов, рады всем желающим покататься, всем успехов. Ну и самое главное, что Лида развивается. Лида – один из лучших городов нашей страны. Вот, и я горд за то, что мы создаем нашу историю сегодня, сейчас. И, ребята, ваше будущее, наше будущее уже в ваших руках, поэтому я хочу, чтобы, видя наши тренды, вы думали уже о новых моментах развития нашего прекрасного города. Всем всего хорошего, с праздником и с началом сезона.